Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 25 января, а это значит, что сегодня очередное взвешивание и зарядка. Взвешивание у меня каждый понедельник. Сейчас дальше будут весы, и уже я настроила себе видео зарядки. Так, ну и сегодня 91 700. А тут раз было 92 750, по-моему. Сейчас посмотрю, как было написано. Взвешиваю всегда на этом месте, ориентируюсь на вот эту выбоину на полу, потому что весы в разных местах будут показывать по-разному. И как я вот примерно в этом месте взвешиваю всегда, вот тут вот всегда и ставлю по этой выбоине весы. Так, тут на этой картинке можно увидеть, что в ноябре я весила 98,6. За это время сбросила 6 кг 900 г. До желаемого веса осталось 21 кг 300 г. Следующая картинка – это все мои замеры, начиная с октября и заканчивая 25 января. Ну, а дальше пошла зарядочка. Тут видно, что начинаю худеть не в тех местах, где надо. Постоянно поправляю свой топ, потому что он на мне колыхается уже. Живот не так охотно уходит, как уходит грудь. Ну, это, наверное, у всех женщин так. Сначала то, что не нужно худеет, а потом уже то, что нужно в последнюю очередь. Худею по-прежнему на упражнениях, не употребляя сахар, и сейчас я после 7 вечера уже стараюсь не есть. Если очень хочется есть, то я пью просто зеленый чай без сахара и могу съесть яблоко. Но ничего такого хлебного, жирного, там картошки, макарон, это такое я не ем вечером, хотя днем. До 6 я ем все, как обычно, как ест моя семья. Такой образ жизни уже хорошо сказался на моем женском здоровье. Восстанавливается, видимо, гормональный фон, потому что добрую часть месяца я чувствую свой низ живота, особенно правый яичник начал работать. А до этого у меня уже года 3 отсутствовали критические дни. И поэтому я не сразу даже определила, что я беременна. Но тому причиной у меня поликистоз, и он всегда был, есть, наверное, и будет. Всегда у меня сбит график, поэтому я как бы на это внимание не обращала. Ну и вот так пропустила, что я беременна, и вот у меня уже сейчас есть пелагея. Ну, не об этом речь, а о том, что сейчас все это восстанавливается. Видимо, нужно отказаться от сахара на постоянной основе, и все должно наладиться. Вот. Так же, как я отказалась уже давненько, лет 5, от алкоголя, от пива, от вина, от водки, тем более от всего. В общем, я отказалась уже лет 5, я не пью, скорее всего, также и с сахаром. Нужно отказаться, тогда, скорее всего, мое репродуктивное, так сказать, женское здоровье должно наладиться. Ну, даст Бог, увидим, посмотрим, как дальше будет. Тут очень болючее упражнение, в плане того, что нужно на носочки постоянно вставать, и очень болят икры. И плюс у меня колено что-то защемило. В общем, мне было больновато делать это упражнение.
поначалу, если есть хоть какая-то скорость, то потом уже устаешь, скорость теряется, и уже все медленнее и медленнее начинаешь выполнять эти упражнения. Ну хорошо, что они быстро меняются, и какие-то даются легче, какие-то труднее. Ну вот, все стараюсь выполнять.
Тут на видео я прерываюсь, но вообще, когда я делаю без видео съемки зарядку, я не останавливаюсь, потому что тут я прерываюсь, потому что зарядка 30-40 минут, а в мои ролики входит, ну даст Бог, чтобы 19 минут, редко когда минут 15. То есть я то там кусочек сниму, потом без съемки делаю зарядку, потом опять что-то сниму. Поэтому вот так вот. Тут прерываться, на самом деле не прерываясь, как было зарядка. Ну что ж, на этом буду заканчивать, хотя есть еще кусочки видеосъемок с этого дня, но я думаю, что не все даже это будут смотреть до конца, поэтому пока-пока, до новых встреч!